В ефірі актуальне інтерв'ю і говоримо сьогодні про фотопроєкт «Без корони». І сьогодні у нас у студії митець, фотограф та автор фотопроєкту Костянтин Ревуцький. Вітаю. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, власне, про проєкт, як виникла ідея? Ідея виникла ще перед Новим годом. Ми знімали новогодній фотопроєкт в етнічному стилі для одного із відомих журналів України. Вот. И, как правило, я каждый год делаю вообще новогодние проекты. Вот. Каждый год такая традиция, новогодний, веселый, радостный. Поскольку этот год у нас выпал такой не очень обычный, и у нас такая случилась ситуация по всему миру, я думал, как это привязать. То есть, вот. То есть коронавирус, корона. Если вкратце, это проект про антипафос. То есть живите, радуйтесь. Берегите близких, родных и радуйтесь жизни, радуйтесь, что вы ходите по этому свету. Снимите корону, если где-то иногда ее одеваете. Саме ця назва, вона якимось чином пов'язана з коронавірусом? Частично, да, конечно, конечно. То есть этот год многое поменял в нашем сознании и вообще в сознании, наверное, всех людей. Ну, наверное, только у глупцов не возникло каких-то, да, какого-то самоанализа и каких-то изменений. Хто з відомих особистостей взяв участь у фотопроєкті? Это Ольга Сумская, с которой, в принципе, стартует большинство фотопроектов. Вот. Начиная с 2014 года, когда мы работали с ней в нашей такой фотосессии возле родины матери, и тогда завязалась такая у нас дружба. Я уже говорю, Ольга, вы моя муза. Вот. И я ей написал, говорю, Ольга, вот меня немножко терзает такой вот момент один. Без короны, как люди поймут? Вот. Поймут ли, привяжут, начнут ли они как бы там осуждать или как-то, может, скептически к этому относиться, корона, пафос, может, что-то не так поймет. Она говорит, делай. Говорит, нас же в 2014 году не так поняли. Написали, что мы делали Ольга Сумская в роли Украины, матери, и написали сразу первый же сайт написал, не буду говорить, какой, написал Ольга Сумска, выступала в роли Днепробабы. Ну, как говорится, черный пиар тоже пиар, и он намного ярче. Вот. И, знаете, уже, в принципе, мы настолько себя проработали в этом плане, что абсолютно все равно. То есть, что там скажут, мы несем идею, у нас четко прописанный релиз про позитив, про то, как звезды с проекцией там, на простых людей, грубо говоря, там, изменились. Как они изменились, как они нашли подход к этому всему. То есть... к этому вирусу, к этой, так сказать, беде всего человечества. И мы решили показать. Кто еще брал участь и чьи были среди участников винничаны? Нет, к сожалению, винничан не было. Вот, мы не успели. Эта идея возникла буквально за неделю до Нового года. И поскольку мы работали над проектом в этническом стиле, я уже говорил, потом я решил, надо сделать. Вообще идея вынашивалась, в принципе, у меня в голове где-то, да, в подсознании. Вот, і я все-таки вирішив її как бы реалізувати. Чи плануєте цей проєкт продовжувати або якось інтерпретувати, вже не прив'язувати до Нового року, а от саме без корони, без пафосу? Я думаю, що да, і я думаю, що ми поработаємо з вінницькими вже людьми, і сьогодні я вот планую після нашої з вами зйомку з Сергієм Корчаком. Вот, це мой хороший друг, і ми вот планируємо. Я вам потом открою маленький секрет. Может быть, это даже будет привязка, как бы продолжение этого проекта. Добре, також ще про один ваш проєкт «Емоції» з українськими коміками. Розкажіть про нього декілька слів. Фотопроект «Емоції» — это проект, кстати, тоже, который возник на новогодние праздники, где-то уже, наверное, года 4 назад. У меня в гостях был Георгий Делиев. Это маски-шоу, всем нам знакомые. И мы работали над новогодним проектом, как раз у меня в студии, в Виннице, он приехал сюда с концертом. Вот. И потом мы как-то, я говорю, Георгий, вот вы такой крутой там пантомим, да, правильно? Там? Говорю, давайте попробуем на черном фоне, вот вы мне немножко попозируете, вот, лицевой портрет, эмоции, страх, ненависть, радость, то есть все-все-все-все эмоции, я просто хочу для себя. И он настолько это все круто сделал, просто, ну, это ж профессионал своего дела, что я потом обработал эту фотографию, решил почему-то в черно-белом стиле, на черном фоне, и
Вот в прошлом году мы решили, я решил сделать этот проект с украинскими комиками. Я хотел обхватить многих. Проект еще не закончен. К сожалению, Жванецкого уже нет у нас. Нету, так сказать, с нами. И я хотел охватить и молодых комиков, и уже постарше Лигу смеху, и уже как бы старую гвардию. Мы отсняли, в принципе, довольно-таки много, около 25 участников, но продолжаем этот проект дальше. Так сказать, координатором или помог мне Саша Таренчук, это мой хороший друг, и мы отсняли, я же говорю, около 30 известных комиков, но поскольку карантин и очень сейчас все тяжело, мы его немножко приостановили, но я сейчас занимаюсь обработкой фотографий, и я думаю, что мы будем его продолжать. Эмоции. Чего не хватает сейчас нам в этот период тяжелый? Эмоций. Эмоций. Разных эмоций не хватает людям. Люди все боятся, очень все как-то так остро восприняли это все. Чому ви вирішили зупинитися саме на чорно-білому форматі, а не взяти кольоровий? Вы знаете, я думаю, что черно-белая фотография, это лично мое, наверное, мнение, она не обманет. Вот еще с детства, как, наверное, может, это заложено у нас, не знаю, может, сепия, не обман. Ну, вот черно-белая, она какая-то, на ней не скроешь ничего, наигранности нет, понимаете? А вот цвет, он уже более, как бы, под ним скрывается, какая-то фальш может скрываться. Добре, еще про один ваш проект, можна сказати, міжнародний, «Міст дружби», де ви переодягнули українських зірок в грузинські національні вбрання. Про нього розкажіть. «Міст дружби» у нас, «Міст дружби» взагалі дуже довго я теж винашував. Вот. В позапрошлом году ми полетіли в Тбілісі. Це 10 відомих українців. Ми фотографували в грузинських нарядах. Вот. З відкритими ладошками. На одній ладошці український флаг, на другій ладошці грузинський флаг. Вот. Потом полетели туда с олимпийской чемпионкой Ириной Мерлени в Тбилиси и подарили эти картины известным грузинам. Одели их в вышиванки. То есть такой флешмоб. Потому что сначала мы усложняли очень этот проект как-то. Мы делали его, думали, как бы там повезти туда звезду, там как-то, ну то есть усложняли. Но потом в конце уже как бы пришла идея, чем проще, тем лучше. Ладошки. Флаг, наряды подарить туда. И там уже сделали выставки, и различные мероприятия на телевидении, на радио, и где мы только не были. То есть такой себе культурный мост, мост дружбы. Также мы были в декабре, уже позапрошлого года, были в Болгарии. Вот, сделали такой же самый проект. И в этом году, уже в прошлом году, мы должны были лететь в Прагу. С Романом Головащенко, с моим другом, боксером, чемпионом мира, Европы. Должны были лететь в Прагу, но, к сожалению, коронавирус уже как бы нам не дал. Ну, я думаю, что еще все впереди. Які ще країни хочете долучати до цього проєкту? Які взагалі плануєте? Ну, на самом деле, у меня много очень, в принципе, друзей по всему миру и таких ответственных друзей, которые готовы, я думаю, что стать координаторами этих проектов. В принципе, я уже договорился с многими, и с Италией, и с Азербайджаном, и с Арменией. Господи, где у меня только нету, там, и с Францией. И такая, кстати, идея возникла. Это, вот недавно у меня друг приехал с Франции, с Марселя. И я, то есть мы охватываем только столицы пока. Ну, Тбилиси, да, как бы там, София, Болгария. Охватываем столицы, а сейчас что-то мне так спросили, а что только столицы? Может, там Винница и город побратим, там у нас кто? Честно, не помню, кто у нас город, их несколько, по-моему. А товарищ приехал с Марселя и, ну, собирается уезжать обратно. И я так себе подумал, а может взять известных одесситов? Вот Жорик Делиев, известный одессит, так как Одесса — это город побратим Марселя, два портовых города. Сделать вот такую мост дружбы. Не обязательно столицы, да, потому что другие города тоже обидятся на нас и все. И скажут, что мы уже Винничину только берем киевских и не работаем с родным городом. Хотя это неправда. А чи була ідея навпаки, от, наприклад, французів чи грузинів переодягнути в українські вбрання і зробити щось схоже? Когда мы приезжаем в другую страну, то есть в Грузию и Болгарию, пока две страны, мы фотографируем, мы дарим, во-первых, картины. Дарим картины вот этих наших известных личностей, да, в грузинских, там, болгарских нарядах. Дарим
известным людям Грузии и Болгарии. И при том мы их фотографируем, одеваем на них вышиванку и фотографируем их с этой картиной. И потом приезжаем сюда и показываем, что вот, вот Ольга Сумская в грузинском наряде, а Эльдар Куртанидзе, это чемпион мира по борьбе, тренер сборной Грузии, он в украинской вышиванке, в Боржоми, это мы ездили специально в Боржоми, и там фотографировали его с Ольгой Сумской. Ви вже не фотографуєте їх з долоньками, з українським прапором і, наприклад, з грузинським? Ну, я думаю, ні. Ну, ми просто вже з картинами как бы, фотографуємо, тому що от вже було б якийсь такий... ну, ми посчитали, що так краще. Добре, дякую вам за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, це було актуальне інтерв'ю. До зустрічі на рідному каналі.